Продолжаем вывозить собак. Продолжаем. Осталось немного. Вот эти три ряда уже убрали полностью. Вот этот ряд убрали полностью. Здесь осталось немного. Эти вольеры все убраны у нас. Мы уже переехали. Нам не хватает рук, чтобы ломать вовремя. Мы вывозим. А вот это нам бросают. Мы бы уже давно переехали, если бы не было. Вот, пожалуйста, две коробки. И малыши месяц назад нам подбросили две коробки. И вот они, дети, здесь. Да. Да, мои золотые. Мамины. Мои хорошие. Мы стараемся изо всех сил. Больно, ребят. Я все понимаю, что нельзя в городе такую стаю держать. Но это же люди их набросали. А мы просто пытались спасти. Мои хорошие мамины. Мои хорошие, нам осталось немного. Во многих вольерах собаки сидят по два. Вот здесь у нас самое большое количество осталось. Старенькие, мамины, все переедем. Все мои хорошие, никого не брошу. Сначала здесь делили вольеры, а теперь делим там. Господи, друзья, помогите нам. Да? Мамины. Да-да-да, красивые мои. Начинаем погрузку. Как тихо и как непривычно. Даже не верится. Да, нас осталось совсем-совсем немножко, друзья. Помогите нам, пожалуйста, выехать. Очень вас прошу. Я очень-очень вас прошу. Спасите наш приют, ребят. Это же от вас зависит. Все, что от меня зависит, я делаю. Друзья, пожалуйста, я очень вас прошу. Помогите нам. Помогите закончить то, что я начала 17 лет назад. В этом городе, в этой области закончите, ребята. Но мы будем продолжать. Мы будем продолжать спасать. Будем, друзья. И знаете, вот честное слово, не жаль. Ни дом, ни участок, ни город. Ничего не жаль. Столько здесь было боли. Столько боли. Я очень надеюсь, что там, под Чеховым, нам будет легче. Будет легче, там больше вы откликаетесь, там больше ваша помощь, там больше вы приезжаете. Там у нас появились друзья-волонтеры, а это очень важно, очень. А здесь за все эти годы
У нас не было ни одного волонтера.